Полицейские Югры занялись прогульщиками школы. Стражи порядка посещают места, где массово собираются подростки. Навещают семьи, которые состоят на учете. Проверяют условия проживания детей, проводят профилактические беседы с родителями. Так, в окружном центре только за один день инспекторы выявили двух ребят, прогуливающих школу, и одного взрослого, который не исполняет родительские обязательства. В Нефтеюганске подростков застали за распитием алкоголя. С ними провели беседу. Родители просят обратить внимание, чем заняты дети, с кем и как они проводят время.